Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нандунам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Ганам Манохар Ванча Калпатаруваша Кипасинду Бевача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтигрим Яткипатамаханга Ванде Парамананда Мадхава Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кешвасача Шнабхакти Пади Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мадира Санкиртане Кришна Кото Подеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варуня Дхайям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сивавиринчанутам сараньям Витаттихам ванатапал бхавадипутам Банде махапурушате чаруна равиндам Ятпада паллава накачанда маничатая Висфуриджита кимапикабодушва дарши Пурнану рагра сасагра сару мурти сарадика мой кадапакарс. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бхудату Шанкиртаной Капитару Камала Йатакшо Вишамбару Диджабару Йогадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобама Бхагам Нараяно Прияманага Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьясте хидай самбир вам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Атхапите падамбуджаддайо прасада леса анугрихит эвахи Джанати татьям бхагаван махинно нача аньям эко опи чирам бичинман
Athapite Deva Padambujodhayam Prasada Lesa Anugrihit Evahi Janati Tatyam Bhagavan Mahino Nacha Eko Pichiran Vichinvana. Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Сарасвати Госвами Такур. Гаудия Госвипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, до тех пор, пока вы не предадитесь абсолютной истине на 100%, пока вы не предадитесь Верховному Господу, у вас нет права говорить о Нем. Гаудия Госвипати Сисила Бхакти Сиддханта Sarasvati Goswami Thakur Prabhupad Paramahamsa Jagat Guru told, until and unless you are 100% surrendered unto the lotus feet of the Supreme Lord, till then you have no right to speak about the Absolute Truth, and you cannot speak Absolute Truth. No right is separate, but you cannot speak. Не то, что у вас даже нет права, а вы не сможете говорить абсолютную истину. Когда вы будете говорить о ней, вы будете бояться, потому что вы будете постоянно думать, что обо мне будут думать, если я буду говорить абсолютную истину. Весь мир восстанет против меня. Поэтому лучше мне этого не делать. Лучше я буду говорить мягко, сладко. But Prabhupada speaking that kai mono vakye kare udveg na dibe. This is a standard quotation. This is one standard quotation in Chaitanya Charitamrita. You can find it is written. Но в читании Чаритамрите повсюду употребляются слова «кай мана вакья», то есть умом, телом и речью нельзя причинять боль другим живым существам ни умом, ни телом, ни речью. То есть ни в уме, ни телом, ни речью. Таковы правила преданных, вайшнавские правила. Sannyasis or the preachers, they are going to take undue advantage of this shloka. И так называемые проповедники прикрываются этой шлокой. Они говорят, что в Чайтанья Чаритамрите сказано, поэтому мы должны следовать. Мы не должны никого беспокоить, никому причинять боли, ни физически, ни ментально. Не речью. Поэтому лучше говорить мягко, чтобы всем было хорошо от того, что мы говорим. Тем не менее, в Нити о Шастре говорится. Ритам бриат. Бриат мане speaking. Шаттам бриат, ритам бриат, кадапи априя саттам на бриат. What is it in Niti Sapta? Шаттам бриат, you must speak шаття, speak, not absolute. You can speak about the truth. Шаттам бриат. Приям бриат, I mean, саттам бриат, ритам, ритам means саттам, эки. So, саттам бриат, приям бриат, на кадапи априя саттам бриат. В этом стихе говорится, что говорить так, чтобы вы всем нравились, но при этом ритам бриат. But your representation should be very sweet. То есть говорить правду, но при этом, чтобы эта правда не доставляла никому проблем, то есть говорить таким образом, чтобы каждый мог принять истину. Но это правильно сказано. Правильно, тем не менее люди не готовы
легко принимать правду. То есть говорится, что но на это Прабхупад говорит, что несмотря на то, что сказано, что ни умом, ни телом, ни речью нельзя причинять боль другим, я вынужден делать вам больно. Я занимался этим на протяжении жизни, потому что я хотел занять вас в совершенном хари-баджане, чтобы у вас не осталось никакого лицемерия, никакого двуличия. Поэтому я был вынужден быть строгим. Я давил на вас, то есть я заставлял вас выйти из зоны комфорта. Но наступит день, когда вы осознаете, поймете, почему я делал это, для того, чтобы спасти вас от ужасной опасности. Шрила Прабхупад говорит, что мы не должны пользоваться шлокой, вот этой шлокой. Да, возможно, там так сказано, что нельзя причинять другим боль. Тем не менее, это не касается абсолютной истины. Мы не должны прикрываться этой шлокой и прекращать говорить абсолютную истину. Мы должны говорить об абсолютной истине абсолютным способом, находясь на абсолютной платформе, абсолютном уровне. Это и есть джива-доя, милость ко всем живым существам. Вы, конечно, вы можете думать, что Прабхупад безжалостен, Шрила Кешава Госвами Махарадж безжалостен. Тем не менее, они несравненно милостивы. Они настолько добры к нам, что не позволяют нам отправиться в ад. Они хотят защитить нас. Так же, как мать заботится о своем ребенке, потому что ребенок беззащитен, беспомощен. И также они постоянно думают о нашем благе. Но мы этого не понимаем. Именно поэтому мы не можем продвинуться на нашем духовном пути. Утром я говорил о том, что прежде всего необходимо осознать, что мы беспомощны. Как это сделал Парикшит Махарадж? Он понял, что у меня нет никакой поддержки, никакой защиты, никакой опоры, лишь Бхагаван. Поэтому он решил до последнего своего вздоха слушать об абсолютной истине на берегу Ганги. Первое, что необходимо, понять, что я беспомощен. И если вы это осознаете, естественным образом вы начнете искать того, кто может вам помочь, как Гаджендра или Драупади, которая вначале полагалась на Питама Бишму, думала, что ее защитит Питама Бишма, потом Дроначарья. Дуршасан, негодяй Дуршасан, хотел раздеть в присутствии тысячи людей Драупади. Она ничего не могла поделать. Присутствовали все, и все четыре мужа Драупади. Но никто ничего не мог поделать.
Она вначале звала Питама Бишму, надеялась, что он поможет. Потом думала, что Дроначарья заступится за нее. Потом Юдхиштир Махарадж. Конечно же, Юдхиштир Махарадж не будет смотреть сложа руки, думала она. Или Бхимасена, он точно поможет. Он спасет меня. Но в конце концов, когда Драупади поняла, что никто уже не спасет меня от этого бесчестия, она опустила руки, а все это время она держала сари. Она отпустила руки, подняла их к Господу и взмолилась: «О, Говинда!» Когда она поняла, что она абсолютно беспомощна, что никто не поможет ей здесь, она положилась на Кришну. Она поняла, что Кришна единственный, то есть она стала взывать Кришне к единственной опоре всего мира. И тогда Кришна в ту же секунду принял форму сари, и Душасана продолжал тянуть сари, но оно не кончалось. Оно уже получилось, уже целые горы сари образовались, тем не менее сари никак не заканчивалось. Поэтому у Душасаны ничего не получилось. У него не вышло обесчестить ее, раздев в присутствии тысячи людей. Точно так же в нашей жизни, если мы полагаемся на деньги, на наши сбережения, полагаемся на положение в обществе, полагаемся на образование, на родственников, Бхагаван не станет, не внемлет нашим молитвам, он не возьмет ответственность за нас. Бхагаван думает: ты сам можешь решить свои проблемы. Тебе нравится само решать свои проблемы. Ты не полагаешься на меня, не предаешься мне, не зависишь от меня. Когда, говорит Кришна, ты положишься на меня, Кришна говорит дживатме, душе, когда ты предашься мне, когда ты положишься на меня, ты обретешь свободу в двух отношениях. Настоящая ваша свобода таковой не является. На самом деле вы находитесь под строгим контролем майи. Вы в тюрьме. Я уже говорил об этом много раз. Попробуйте сами. Когда вы поймете, что вы беспомощны, когда вы оставите, откажетесь от материальных наслаждений, когда вы перестанете желать наслаждаться, перестанете надеяться на кого-то или на что-то. Прохлад Махарадж говорит, что как только это произойдет, как только вы откажетесь от всех желаний, именно в этот момент человек станет очень сильным. Он поднимется на платформу Бхагавана. Имеется в виду на платформу трансцендентности, на которой находится Бхагаван. То есть я не говорю, что он станет Бхагаваном, он просто займет, обретет то же положение, что Бхагаван. Имеется в виду трансцендентно. То есть имеется в виду, что Бхагаван примет такую душу, такую дживатму. Но пока мы полагаемся на наши деньги, на что бы то ни было еще из этого материального мира, Бхагаван не обращает на нас внимания, не помогает нам, не берет за нас ответственность. Эти слова произносит Брахма. Information about Bhagavan, Tattva Vigyan,
человек может познать татва-вигьяну, имеется в виду обрести знание о Бхагаване, о его дхаме, его обители. Тем не менее, без милости Господа, без твоего дозволения, позволения, никто не познает сокровенное знание тебе, татва-вигьяну. Собственными усилиями достичь Господа невозможно, как бы мы ни старались. Мы никогда не достигнем успеха. Всю жизнь можно стараться, жизнь за жизнью. Без милости, без просада, без милости преданных Вайшнава, преданных Господа, мы не сможем постичь ни настроение Бхагавана, ни качеств Бхагавана, ни дхамы, обители Бхагавана, ни его игр. Можно стараться до бесконечности, но ничего не выйдет. И дхама, это Бхагавата-таттва, соответственно, она обладает теми же свойствами. Мы тоже не можем познать ее без милости. Даже сейчас, в этот самый момент, Гауранга совершает ту же самую лилу, что, которую мы знаем в своей обители, но мы не видим. Это за пределами наших возможностей. Тем не менее, Бхактивинод Такур видит. Он находится в своем баджан-кутире, и в глубоком погружении он видел все. Практически целыми днями его глаза были закрыты. Потому что он созерцал игры Гауранги. Порой Севак приносил ему немного молока, и он выпивал. Кто бы ни приходил к нему, разрешали только каким-то близким людям заходить или каким-то важным гостям. Севак мог заходить, и какие-то особые люди, кого посылал Вимала Прасад. Севак заходил и тихонько говорил «Хари Кришна, Хари Кришна». Но сразу же Бхактивинод Такур не отвечал, потому что он был в глубокой медитации, в глубоком погружении. И только спустя какое-то время он отзывался. То есть он... Если хотел, в конце он уже, если ему приходилось открывать глаза, кто-нибудь должен был открывать ему глаза, то есть он постоянно находился в медитации, созерцая игры Господа. То есть суть в том, что мы сейчас находимся в той же самой Навадвипа-дхаме, в той дхаме, где Господь Гауранга совершал свои игры, и по сей день он это делает. Но мы не можем увидеть этого, увидеть эти игры. Утром я цитировал эту шлоку из Гиты. С помощью этой шлоки Бхактивинод Такур наставляет нас, дает нам руководство. Он говорит, что мы много чего можем сделать, тем не менее, сам Бхагаван говорит Кришне, что Бхагаван говорит Арджуне, что нужно совершать гьяна-ягью, но обусловленные люди этого делать не могут.
Даже если на 90% кто-то получил освобождение, 10% еще все равно остается осквернение. Суть в том, что чем бы я ни занимался, какое бы служение я ни выполнял, так или иначе, связано с материей. Например, я собираю цветы или я готовлю. То есть оно все равно основано на материальных действиях. Но мы знаем, что душа не имеет никакой связи с материей. Тем не менее, когда мы идем в магазин, чтобы купить продукты для того, чтобы приготовить подношение Бхагавану, пхогу для Бхагавана, это действие, связанное с материей. То есть мы напрямую соприкасаемся с ней. Но если преданный, подобный Шили Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, делает это, если он что-то делает для Бхагавана, его бхакти, которая в его сердце, его настроение переходит в то, что он предлагает Бхагавану. То есть если он готовит пхога, который он подносит Господу, уже одухотворяется. Он удохотворяет ее своим бхакти. И естественным образом Бхагаван не заинтересован в том, чтобы принимать рис, дал, потому что он чинмой, он трансцендентен. Зачем ему материя? Как он может принимать материальные вещи? Но мы знаем, что когда Мадхавендра Пурипад предлагал разные подношения, такие как рис, чапати, божество, но он предлагал с такой любовью, что его сердце трепетало. Он просил Господа, пожалуйста, прими. И сказано, что прямо на глазах у Мадхавендра Пури Гопал начинал есть. Прямо руками брал и все сразу же съедал. Как такое возможно? Стоит вопрос. Но ведь Гопал Пурнавасту, то есть он трансцендентен. То есть, если Бхагаван что-то и принимает, он все остается на тарелке, то есть он к этому не прикасается. Но суть в том, что Мадхавендра Пурипад предлагал свою любовь вместе с этой пхогой, и именно ее вкушал Господь. Он во сне Шринаджи пришел к Мадхавендра Пури и сказал, что я жду тебя уже 5000 лет под землей. То есть Гопал сказал, что я жду тебя уже столько времени, когда ты начнешь служить мне, достанешь меня из-под земли. По сути, Гопал мог бы явиться кому угодно и принять от кого угодно служение, то есть попросить о служении кого угодно, но он ждал именно Мадхавендра Пури долгое время. Сейчас Сачидананда Бхактивинода Такур сказал, что какой бы ягью мы не проводили, in greater sense, open term, is whole jagya.
То есть яги подразумевается не именно подношение огненное, а яги, в принципе, это обширное понятие. Существует карма-яги, вишва-яги. На самом деле повсюду происходит яги. Просто люди не понимают, что это и есть она. То есть мы крошечные души, мы не тела. И Бхактивинода Тхакура объясняет в комментариях к этой шлоке, что Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, что гораздо лучше совершать ягью на тонком уровне. Имеется в виду, не соприкасаясь с материей. Как это делал наш Рагунат Дас Госвами? Однажды ночью, вечером, в уме он предлагал сладкий рис Бхагавану. Он в уме все приготовил и предлагал. А потом в уме вкушал его. А с утра у него было самое настоящее несварение. Браджаваси, так что даже все браджаваси стали беспокоиться, что с ним. Они позвали доктора, что Рагунат Дас Госвами заболел, проверьте его, пожалуйста, что с ним. Доктор пришел, посмотрел пульс, сказал: «О, похоже, ночью он объелся парамании сладкого риса». Браджаваси рассмеялись: «О чем вы говорите, доктор? Он вообще ничего не ест. Он раз в 2-3 дня чуть-чуть йогурта съедает, и все». «Нет», — не поверил доктор. «Я точно вижу, то есть мои исследования, я не могу ошибаться, это очевидно. Спросите него». И тогда Рагунат Дас Госвами сказал: «Да, ночью я, вечером я приготовил сладкий рис и объелся». В Брихат Бхагаватамрите также описан случай, когда Брахман на берегу Годавари в уме приготовил сладкий рис и также предложил его божеству. В уме. Потом стал предлагать, то есть прежде чем предлагать, он хотел убедиться, остыл ли сладкий рис, могу ли я сейчас предлагать или чуть попозже нужно. Он засунул палец в параманию и обжегся. По-настоящему. Я знаю, что вам сложно в это поверить, но это факты. В Йогапитхе, в храме Йогапитха, глубокой зимой Прабхупад захотел предложить манго Гаурахари божествам. Сейчас у нас манго доступны практически на протяжении всего года, но раньше исключительно по сезону. То есть если не сезон манго, то их и не сыскать. И как только Прабхупад захотел предложить их божествам, пришел какой-то мальчик и принес ему их. Однажды на Гора Пурниму Прабхупад захотел предложить сладкий рис божествам. Но в то время, в те дни, весь Майпур был затоплен, Ганга разлилась. Примерно 20-25 лет назад я рассказывала Харикатху в Чайтанья Матхи на асане Прабхупады. Нет, около, простите, около асаны Прабхупады.
А, возможно, это были все-таки Джанмаштами. Там также было все затоплено. Нам приходилось брать лодку от Чайтанья Матха. С первого этажа Чайтанья Матха мы приплывали к нашему матху, к Шри Гопинат Гаудия Матха. И также высаживали нас на первом этаже храма. Мы предложили предлагали Пушпанджали, рассказывали Харикатху. То есть имеется в виду, что все затопило. На лодках передвигались по Майпуру. Так вот, в то время Прабхупад во время потопа думал, как можно сварить сладкого риса для божеств и предложить. Как только Прабхупад об этом подумал, приехал какой-то человек, который привез какого-то особого сока с пальмы. Это очень дорогостоящий сок. Принесли и рис, и йогурт, и молоко. То есть его желание было исполнено. И Прабхупад, увидев это, стал плакать и говорит, да, нет ничего невозможного для Бхагавана. If ultimately not going to grow your consciousness to develop some jnana, then all your activities are failure. Like I monitor my talk that you should not take big initiative. Even in Rasamrita Sindhu I am discussing in Bengal. Very important discussion, very high Rasamrita Sindhu. На классах по Расамрита Синду я говорю об одном очень важном моменте, как Рупа Госвами говорит о том, что нельзя устраивать большие мероприятия или возводить большие здания или большие организации открывать, потому что большие храмы, большие гостиницы. То есть, потому что они принесут много головной боли, много проблем. То есть, посмотрите на нынешний Гаудия Матхи, они назначают материалистичных людей за ответственными за разные подразделения миссии. То есть этим всем необходимо управлять. Приходится нанимать каких-то материалистичных людей, которые исполняли бы обязанности управляющих. Крайне сложно найти преданного, который полностью предан лотосным стопам Бхактисиддханта Сарасвати Такура Прабхупады. И Бхактивинода Такур также говорит, что не нужно строить больших, возводить больших храмов, потому что это станет препятствием вашей духовной практике, вашим бхаджане. Или, к примеру, если я устраиваю огромный фестиваль, мне придется затратить много усилий и умственных, и физических. Придется
вовлечь много других людей. Только возвышенный, преданный, вечный спутник Бхагавана, к примеру, такой, как Прабхупад или Мадхва Госвами Махарадж, способны делать такое, осуществлять такие большие мероприятия. На парикраме раньше собирали по 5000 человек. Во время Прабхупады было огромное количество людей на парикрамах. Если посчитать, было даже больше 5-6 тысяч людей. Огромные, огромные парикрамы. И такие личности, как Прабхупад, могли управлять этим. А это крайне непросто, потому что кто-то мог ошибиться, то есть сделать что-то, исполнить свои обязанности неправильно, и это могло привести к большим проблемам, но Прабхупад все контролировал. Тем не менее, Бхактивинода Тхакур говорит нам, что нам не нужно устраивать таких больших фестивалей, потому что это фестивали и храмов больших, потому что это может стать препятствием нашей духовной практике. Шрила Прабхупад, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж при любых обстоятельствах совершает баджан. Поэтому они могут устраивать подобные мероприятия. Как во время фестивалей тысячи людей окружали Прабхупаду, но он все равно совершал баджан. Если вы спросите меня, какой же конечный результат всех этих фестивалей? Встает вопрос, почему, зачем преданному все вот это нужно? Он мог бы спокойно совершать баджан в одиночестве, но он все вот это устраивает. Почему? Потому что он тем самым хочет удовлетворить Господа. То есть им он рассказывает харикатху для нас, он устраивает огромные парикрамы, праздники для того, чтобы удовлетворить Господа. Так вот, если вы зададите вопрос, каков результат всех огромных парикрам, которые устраивал Прабхупад, ответ вы можете получить у Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур перед своим уходом сказал Прабхупаде, что ты должен организовать Навадвипа Дхама Парикраму, Вриндаван Дхама Парикраму, потому что это лучший способ совершения для обретения бхакти. Лучший способ совершения духовной практики. То есть Прабхупад организовал не только Гор-Дхам Парикраму, а Гора-Мандалу Парикраму. То есть Гора-Мандала — это различные места в Бенгалии, которые посещал Махапрабху. То есть это большая территория. Махапрабху даже посещал нынешний Баг-Базар. То есть это место изначального Мадха, которое установил Прабхупад в Калькутте. Прабхупад однажды пришел на это место и обратился к Джагат-Бандху, который хотел пожертвовать деньги на строительство храма. Он сказал, что если ты хочешь то построить храм, то нужно строить его здесь. Сюда приходил сам Махапрабху. То же самое было и во Вриндаване. Бишван Махарадж,
У Вришабхана Махараджа, отца Шримати Радхарани, во Вриндаване было замечательное дворец. И именно в том месте, когда Прабхупад проходил мимо этого места, он сказал на парикраме, то есть с парикрамой проходил и сказал, что здесь, что это было за место. И в то время Хайгрив Брамачари был еще молодым. И Прабхупад указал на это место, что здесь жила Шримати Радхарани. Здесь был дворец Вришабхана Махараджа. Да, она тоже жила и на Варшане, но Вришабхана Махараджа был большим царем, то есть богатым царем, у них было много дворцов. И именно там в будущем Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж построил Шри Чайтанья Гаудия Матха. Во Вриндаване. Итак, Прабхупад совершал гора Мандала Парикраму, то есть он на большие расстояния водил парикрамы по всей Бенгалии. Несмотря на то, что у него не было времени, он постоянно был занят публицистической деятельностью. Столько статей он писал. Постоянно, ежедневно публиковали в журнале Harmony статью и в других изданиях. У нас вот времени не хватает на поесть и поспать, а они столько служения выполняли, у них ни секунды не было свободных. Они каждую секунду задействовали в служении Кришне. А это и есть ключевой момент к баджану, в баджане. Когда вы достигнете уровня ситхи, вы будете денно и ночно погружены в служение, даже когда будете спать. Когда вы будете спать, это тоже будет служением. Но это не так просто. Этого нужно достичь. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит, постарайтесь оценить, какие результаты вы получили от того, что вы устраивали. То есть, если вы устраивали какие-то большие фестивали, если не получили вы никаких духовных осознаний, реализации от этого, никакого духовного опыта, если вы устроили какие-то парикрамы, туда были приглашены какие-то саньяси, которые не говорили об абсолютной истине, которые просто пришли поесть и уйти, тогда результатов никаких не будет. Можно много затратить физической и ментальной энергии, но результата не будет. Если результат нулевой, смысла нет. То есть вы приехали сюда издалека. Для чего? Каков результат? Вы приехали сюда, чтобы встретиться с саду и слушать харикатху. Если цель не будет исполнена, в таком случае все ваши затраченные усилия бессмысленны. Вы приехали сюда, чтобы какое-то богатство здесь взять, почерпнуть, забрать с собой, увезти богатство. Итак, вчера я рассказывал о явлении Рада Рамана. И в контексте этого я прикоснулся к идеализму Гопала Бхатта Госвами. Когда ему было 5 лет, он вкусил остатки пищи Махапрабху. Помимо этого, он массировал стопы Махапрабху. А когда-нибудь я расскажу еще о Рагунатха Бхатте, который был из Варанаси, сыне Тапан Мишра. Он тоже был совсем маленьким, когда встретился с Махапрабху. Махапрабху пришел в Варанаси, и он также доедал за Махапрабху и массировал стопы. То есть настолько удачливые. Сам Верховный Господь пришел к ним. Для нас Господь невидим.
А к ним он пришел лично. Все учение, которое получил Гопалбата Госвами с самого начала своей жизни, простите, Прабхадананда Сарасвати. По сей день существует расхождение во мнениях, был ли Прабхадананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати одной и той же личностью. И много сомнений насчет этого. То есть, получив саньясу, как он мог отправиться домой, назад. Я доказываю, что это невозможно, ведь приняв саньясу, Махапрабху решил пойти в Южную Индию. И в процессе своего паломничества он встретился с членами их семьи Венката Баттай Тируман в Шрирангане. И на 4 месяца он остался в Шрирангане, на Чатурмасе. Несмотря на то, что Махапрабху сам всемогущий Господь, он играл роль саньяси. Можете ли вы представить, сколько, какое огромное влияние он оказывал на людей, которые смотрели на него? Махапрабху шел, а за ним просто начинали идти тысячи и тысячи людей. Ведь просто взглянув на него, они не хотели больше возвращаться домой. Верховный Господь все привлекающий. По его влиянию, то есть Господь может сделать все, что угодно, и может изменить сердца кого угодно. Поэтому совершенно естественно, что последователи Рамануджа Сампрадая или Шри Сампрадая привлекались Махапрабху. Если тигры танцевали при виде Махапрабху, львы танцевали при виде Махапрабху, так что же невозможно, чтобы Махапрабху изменил умонастроение последователей Рамануджа Сампрадая, Рамануджа Ачарьи, Рамануджа Сампрадая? Он рассказал им сокровенные истины. Бхакти, и то есть он не давил ни на кого, он просто рассказал сокровенные истины Бхаджана, и они были очарованы. К примеру, Кешава Кашмири. Его никто не мог победить, потому что сама Сарасвати благоволила ему, защищала его. Тем не менее, в поединке с Махапрабху, Махапрабху полностью изменил его. Он не оскорбил его. С большим смирением
с большим почтением к нему, он сказал, что я хочу послушать твои философские заключения. Что ты хочешь услышать? Я хочу услышать прославление Ганги. И тогда Кешва Кашмири начал говорить на ходу, сочинять стихи настолько быстро, как ветер на чистом санскрите. То есть он моментально сочинял, составлял стихи, и долго-долго время это продолжалось. Когда Кешва Кашмири замолчал, Махапрабху сказал: «Подобных тебе нет в этом мире, ты лучший». Но не мог бы ты, пожалуйста, объяснить хотя бы одну шлоку, которую ты только что прочел? Какую ты имеешь в виду? И Махапрабху в точности процитировал одну из шлок, которую он только что прочел. То есть и Кешва Кашмири был поражен. Как это возможно, что ты ее запомнил так сходу? Я же как настолько быстро их прочел. Махапрабху ответил: по милости Сарасвати, Сарасвати наделила тебя такой способностью составлять стихи, а возможно, мне тоже она дала какую-то милость, и по ее милости я смог запомнить. Итак, не мог бы ты, пожалуйста, мне ее объяснить? И указать на ее достоинства и недостатки. Какие недостатки? О чем ты говоришь? Но Махапрабху вот эту шлоку процитировал. Пожалуйста, ее объясни. Укажи, пожалуйста, на недостатки этого стиха. Какие недостатки? Да не может быть тут никаких недостатков. Ты просто мальчик, ты ребенок, ты выучил вьякарану, санскритскую грамоту, но что, как ты можешь постичь мою поэзию? Махапрабху смиренно согласился: да, конечно, я просто обучаю вьякарани, я понятия не имею о такой возвышенной поэзии, ничего. Но я просто слышал что-то от наших гуру, поэтому я обнаружил, что тут есть четыре ошибки, четыре недостатка. Четыре ошибки? Да нет в мире такого человека, который видит недостатки, который может отыскать какие-то недостатки в моем произведении. Ну и Махапрабху сказал смиренно: если вы позволите, я перечислю. И он начал. Вы сказали «Бхавани Варта». Но что же это значит? «Бхавани Варта»? «Бхавани» — это Парвати. Жена Парвата. А «Бхавани» — это жена Шанкара. То есть каждый понимает, что Бхавани — это жена Шанкара. Но почему же ты добавляешь сюда варта? То есть одно лишь Бхавани достаточно. Но ты почему-то говоришь «Бхавани Варта». Варта? Значит, муж Бхавани. А точнее, жена мужа. То есть бессмысленно это слово здесь. И Кешва Кашмири был ошеломлен. Этот юнец нашел четыре недостатка в моем совершенном произведении. Кто он такой? Как это возможно? То есть, несмотря на то, что Кешва Кашмири был побежден, Махапрабху не стал унижать его. Все ученики Махапрабху стали смеяться. То есть Кешва Кашмири был таким знаменитым, прославленным пандитом, но Махапрабху запретил им смеяться.
Также и в случае с Кешавой Кашмир, с Диквиджая Пандитом. Он также его победил в поединке, но тем не менее он не стал его подвергать позору в присутствии его и своих учеников. Он сказал ему, когда Диквиджая Пандит не смог ответить на... То есть... Махапрабху сказал, наверное, ты устал, пойди домой сегодня, отдохни. Диквиджая Пандит вечером стал повторять, стал молиться о Сарасвати и спрашивать ее, почему ты не сдержал свое обещание. Ты обещала, что никто не сможет победить меня. А тут меня победил какой-то юнец. Во сне пришла к нему Сарасвати и сказала, о чем ты говоришь? Ты так удачлив. Я не могу сказать ни слова, не могу возразить моему мужу. Это он, сам Господь, всей Вселенной победил тебя. Это не какой-то Брахман. Это Верховный Господь, который пришел в форме Гауранги. Утром же припади к его стопам и проси о прощении. И он последовал наставлению Сарасвати, он принял омовение с утра и побежал к Махапрабху, распростерся перед ним в поклоне. Махапрабху обнял его, спросил, что произошло, что ты так рано утром прибежал. И он все рассказал о своем сне. Махапрабху улыбнулся и сказал, любой, кто получает какое-то образование, если это образование не возвышает наше сознание до Кришны, оно бесполезно. То есть если знание не способствует возвышению моего сознания, не делает его, не помогает ему прикоснуться к Кришне, оно бесполезно. В конце концов, он Кешава Кашмире предался Махапрабху и в конце концов стал великим ачарьей в линии Кешава Кашмире. О, простите, в линии Нимбарка Ачарья. В Нимбарка Ачарья Сампрадая. Итак, все были под большим впечатлением, под влиянием Махапрабху. Когда Махапрабху жил в Южной Индии, в Шрирангане, целыми днями он с преданными обсуждал игры Господа, рассказывал о Лакшми, как она не может принять участие в Расалиле. Венката Бхатта возражал, но ведь То есть он очень в таком игривом настроении переубедил их, поменял их настроение, сделал так, что эти последователи Рамануджа Сампрадая захотели следовать Кришне, то есть захотели обрести Кришну, достичь Кришны. Паломничество Махапрабху по Южной Индии заняло около 2 лет. Затем он решил вернуться во Вриндаван. А пока он шел во Вриндаван, он зашел в Варанаси. Там он встретился с гуру Веданты Пракашнанда Сарасвати, который был поражен проказой. Своим уча людей Майаваде, ты просто
ты, Бхагаван сказал вот этому Пракашнана Сарасвати, что проповедуя Майваду, ты разрубаешь мои руки и ноги. Из этого ты обречен заболеть проказой. Именно из-за того, что ты делаешь, ты пожинаешь свои плоды своих греховных действий. Завтра мы поговорим о том, как Гопала Бхатта Госвами принял прибежище у Прабхупады Сарасвати и начал совершать баджан, и как он нашел, в конце концов, Радхарамана, то есть как Радхараман проявился.